Как оцените бой Дацика сегодня? Ну, я, в принципе, все это ожидал. Ну, это закономерно. В принципе, Кирсанов уже такой возрастной боец. Я, ну, так, ну, он не смог бы. Заявлено было 10 раундов, он бы 10 раундов так не отбегал. И плюс разница колоссальная в весе сделала свою работу. Как вы думаете, почему изначально соперник Дацика отказался? Как я думаю, ну, я знаю, но причину не скажу. Ну, как-то так. У вас у самого был бой с Дациком. Да. Вот его форма сейчас и тогда. Можете сравнить? Ну, естественно. Тогда он был более подвижный. Более... Ну, в общем, сейчас он еще до той формы не дошел. Когда вот тот бой был, он мне наносил удары по защите. Ну, удары были достаточно жесткие. И да, такой удар пропустить, можно было закончить бой. Угу. Постоянно говорит о бое с Емельяненко, о том, что это может быть стать финальным его боем в карьере. Вот ему кажется? Готовиться. Сколько ему еще нужно, чтобы подготовиться вот до этой формы, до его настоящей боевой формы? Я не могу сказать, но больше года. Угу. Вы, понятно. Кстати, просто сами были на афише, вот вы должны были драться или... Да, планировалось, но это уже было заранее, но не сошлись в кое-чем, и поэтому я просто сюда приехал. Но вы сами сейчас, на ваш взгляд, в лучшей форме, чем тот же Вячеслав Дацик, находитесь? Я? Да. Нет, я не так много тренируюсь. Я сейчас поддерживаюсь в форме. Если, ну, будет бой какой-то, то я буду к нему готовиться. Пока я кайфую, я никуда не готовлюсь. У вас не планируется стать боев, да, сейчас никак? В дальнейшем я еще, ну, как сказать, я еще не повесил перчатки на гвоздь, я готов. Спасибо. Мне нужно какое-то время, и я подготовлюсь. Спасибо большое. Все.